Привет всем ребятам! Вы на канале Зимной Татьяны, где я распаковываю интересные и полезные посылочки с Алиэкспресс. Начнем сегодня с небольшой посылочки, но я обещаю, что она будет очень такая необычная, интересная. Заказывала я этот, я не знаю, веселый гаджет, наверное, для своего велосипеда. Здесь находится, ну-ка давайте посмотрим, утя. Веселая утя. У тебя фонарик, здесь будет фонарик светить. Вот так вот крепится на руль велосипеда, вот за вот эту штучку. Она хорошо тянется, она резиненькая, вот. Будет гореть. Сама утя, надо утеньку протереть, потому что она немножко пыльно-грязная. Посмотрите на нее, прикольная. И чтобы утя у нас не боялась ехать вместе со мной на велосипеде, вот такой вот прикольный шлем на нее надевается. Тут даже, представляете, маленькое крепление есть для шлема. Так, ну-ка давайте мы... Вот, вот так вот расстегается. И утюгу нашу одеваем. Ой, конечно, нелегкая задача. Вот. Утя одета. Шлем. А, шлем на резиночке, поэтому хорошо войдет. Вот так вот. Застегаем. Все, утя у нас байкер теперь. Ну, здесь на шлеме еще Angry Birds. Angry Birds. Почему-то я думала, что они будут немножко красноватые. Не такой, как сказать. Вживую, скажем так, он кажется таким кирпичным. На фото кажется красным. Здесь у нас представлена еще такая вот штучка, я не знаю зачем, может пропеллер, может еще что-то на нее вешать. Но, кстати, вот я посмотрела через камеру, утя кажется красненькая. Дальше вставляется сюда, о, а утя пищит у нас еще. О! Вставляется сюда фонарик, вот так вот зацепляется. И вот, и вперед. И у тебя такая... Да, детство в жопе заиграло. В принципе, вот такая вот прикольная... Прикольный девайс на ваш велосипед или байк. Давайте посмотрим, сколько же это у тебя стоит и какие там есть еще варианты. Итого, утя нам обошлась в 209 рублей 30 копеек. Да, я посмотрела, реально такого цвета шлем на утеньке. Есть с белым шлемом, там, со звездами. В общем, у продавца очень много вариантов. Я вот даже вам картиночку сюда поставлю. Просто вот на любой выбор. Сейчас посмотрю свою утю. Да, шлем абсолютно такой же. И такая же пимпочка наверху. Так что, кому нравится утятка, ставьте лайк под видео, пишите свои комментарии, а мы будем дальше смотреть, что нам прислали китайчики. Следующая посылочка на очереди. По ощущениям, это должна быть мамина сумочка. Выбирали долго, упорно, какой бы по цвету. В общем, она захотела, чтобы была маленькая сумка, чтобы ходить там за продуктами и брать минимум с собой. В общем, там карточки, телефон положить. Не знаю, насчет телефона влезет он или нет. Ну, как говорится, захотели, заказали. Так, ну что ж, такого плана у меня есть косметичка. Такого плана, вот, я не знаю, именно та фирма или нет, но, по крайней мере, там такая же нашивка есть и тревел-сумки. В общем, все вот в таком духе. Давайте посмотрим. Хорошо застегается молния. Хорошо застегается молния, да, и такая, и тут же заела у нас. Нет, все хорошо. Так, здесь еще один карман, то есть у нас три кармашка.
в этом кармашке у нас ремешок на карабинчиках. Вот так вот застегаем с одной. С другой стороны ручка у нас регулируется, любой размер. Так, здесь я не знаю зачем, может быть тоже куда-то вешать, напишите в комментариях. То есть у нас будет раз кармашек, два кармашек, три кармашек. По поводу телефона, мой маленький, мой влезает. Насчет ее большого, ну покажет, в общем-то, время. Я напишу сюда, если действительно ее Xiaomi Mi 9 Lite сюда влез. Так, по размерам, давайте сейчас, я хотела взять линейку, но потом такая думаю, а зачем, если продавец, в принципе, в описании все пишет. Давайте посмотрим и по цене, по доставке, и по размерам. Так, открываем, ой, у меня тут еще косметоз на руке остался. У этого продавца, да, все как в описании, то есть и желтенькая вот эта, беленькие точечки. Заказывалось 2.05, сегодня у нас, друзья, 19.06. Ну, в принципе, терпимо. Давайте по цене 357 рублей. Поставлю сюда картиночку, какие еще есть варианты расцветок. Там просто вот на любой вкус и синенькие, и красненькие, с цветочками, с кружочками, с лепестрёчками. Так, давайте открываем характеристики, что у нас здесь. На каждый день материал канвасная лента. Я не знаю, что это такое. Мультяшный рисунок, ручная сумка. Вот, наконец-то размеры у нас 12,5 на 17,5. Так что сами по своим гаджетам, если вы вдруг захотите заказать, померите, влезет или нет. Ну что ж, сумочка. Ну, пахнет сумочками, да, как в сумочном отделе. Неприятного запаха нет. Качество, ну, за 300 рублев качество нормальное. Единственное, что вот немножко такие вот пыльноватые, или я не знаю, что это такое вот. Или это так мне просто кажется. Все, отличная сумка. Давайте не будем затягивать. Давайте посмотрим, что здесь. Пакован здесь какой-то такой вот. А я думаю, что он такой прям этот надутый. А здесь, слушайте, слушайте, это ж классная бутылка для питья. Это просто, просто единорожная, радужная. И настолько быстро она мне пришла. Вы не поверите, как она мне быстро пришла. Распаковываем. Вы скажете, Татьяна Валерьевна, ну посмотри, ну что это, разве это бутылка? Это что такое там? Воды-то будет мало. Что вообще сюда поместится? А смотрите. Оп. Оп. И бутылка превращается в бутылку. Настоящую, красивую, единорожную бутылочку. Соответственно, по мере уменьшения воды можно будет ее вот так вот складывать в гармошку. Пить удобно, потому что здесь открывается, открывается, открывается. Вот так вот у нас носик. И не надо будет откручивать крышку, как на других бутылочках. Попил, носик закрыл. Крышечка у нас открывается. Здесь, как сказать, пластмассовый такой вкладыш. И почему-то даже она мокрая. Может, там китайцы из нее пили? Вот посмотрите. Она реально мокрая. Может, она вспотела после... О, боже мой. Может, там ее как-то тестировали. Может, там реально воду налили и такие думают, а придет посылка с водой или нет, или что-то останется. Насчет проливаемости я не знаю, потому что, ну, я еще не протестила. Давайте я вам куда-нибудь сюда напишу, будет она протекать или не будет. Ой,
Что у нас здесь? Здесь у нас карабинчик. Такой вот розовенький, прикольный, чтобы можно было куда-нибудь подвесить ее. И смотрите, 10 баксов Big Lotus. Софи. Прям фирма. Вот. Такая вот красотень. Ну, прям вообще. Я-то думала, что-то другое придет. Давайте посмотрим, сколько наша бутылочка стоила по цене. Писали, что очень быстрая доставка, но как-то я к этому скептически отнеслась. Оказалась реально быстрая доставка. 25.05 было заказано. Ха. И сегодня что у нас, я говорила? 19.06, быстрая доставка. Блин, почему-то мне казалось, что я заказала ее намного раньше. Ну, наверное, для меня время прошло просто незаметно. 687 рублей стоила она. Давайте посмотрим, если там еще цвета я поставлю, картиночку, если там действительно... Да, там два цвета. Вот посмотрите, там еще такой мужской есть. Ну, понятно, мужики, может, и они захотят такие наружные бутылочки. Есть синий такой с голубым. И сейчас она 642 стоит. Ну, по крайней мере, там продавец зачеркнул цену в 1127 рублей. Ну, не знаю, насколько это правда, но отзывы все отличные. Продавец молодец. Все пятерочки у него, 96,5%. Так что рекомендую, он тут, по-моему, спец по бутылкам. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вам не сложно, а мне приятно. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. И с вами была я, Танюшечка Зиминушечка. Всем пока!